Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать на канале Перекупщик. Значит, хотел с вами и хочу поделиться своими размышлениями по следующему поводу. Буду снимать видео помимо тех закупок и продаж, которые я снимаю, на чем я заработал в течение определенного времени, на каких товарах прогорел, во что, по моему мнению, выгоднее вкладывать деньги, во что менее выгоднее или вообще не вкладывать. То есть это будет касаться серебряных изделий, золотых изделий, разных вещей старины, капонина, стрелы, монеты, мебель, то есть все подряд. И вот я думаю, что вы мне поверите на моем опыте, так как я занимаюсь 5-7 лет продажей и скупкой старых вещей. Ну вот смотрите, такой вот пример. Значит, где-то полгода назад, наверное, больше чуть-чуть, может, месяцев 8, вот купил я вот эти монеты. То есть, ну, опять же таки, не будем вдаваться, какие монеты, конкретика, это монеты Востока, тут все подряд, да, как бы. Значит, вот этот лотик мне вышел 1300 гривен. Здесь 55 монет. Вот, сегодня я их покупал в гривне. Смотрите, и вот сегодня у меня их забирают по цене 2700, то есть 100 долларов. Вот эта разница как бы приятно порадовала. И я, кстати, очень часто начал замечать в разных товарах, где есть прирост, а где есть убыль моих вложений. Ну, в основном это, конечно, прирост, так как уже появляется опыт у меня в этих делах амурных, так скажем. Я думаю, каждому человеку, который занимается старыми вещами, антиквариатом, будет полезная такая информация. То есть, сегодня, через, грубо говоря, там 7 месяцев я заработал 1000, ну пусть чистыми там 1200 гривен. Ну вот представьте, если этих единиц товара там 50, 100, 200. То есть в принципе неплохой такой доход от данного вида изделия. Монеты серебряные, золотая орда-восток. Но опять же таки, я повторюсь, оговорюсь, что все зависит от конкретного товара. Я буду снимать видео, вам показывать. Вот на этом товаре я заработал там через год вот такие деньги. На этом товаре прогорел. И уже вы сможете для себя что-то вырисовать и уже понять, стоит ли это покупать и этим заниматься или не стоит. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, приобретайте мои лоты. И до новых встреч, до новых видео, друзья.